Все это было дивным откровением для людей, которые жили беспутно, не знали ни в чем удержу. Мы были грешники из язычников, Павел говорит, когда-то все люди. А он говорит, мы евреи избранные, нам закон дал. И евреи этого не знали. Богу не просто нужно, я пришел, стоял, служить истово. Духом пламенеете. Вот спроси, пламенею я духом или нет? Каждый себе поставь вопрос. У православных-то легче проверить, чем у сектантов. Ну там пришел, вот пламенеет, сидит. Как он пламенеет? На скамейке сидит. А у нас поклоны, хождение, открывает врата. Мы все должны видеть, и все должны духом приветствовать, радовать, что мне Бог дает быть в истинной церкви. У нас существует крестное знамение. У нас можно креститься два перста, три, если католики, с пятерней молятся. А дальше все у нас одинаково. Мы совершаем крестное знамение. Вот лоб, середина лба. Я попрошу всех, сделайте это движение себе. Нащупайте один раз. Дальше, где пуп твой, чрево? Опусти руку сюда. Правая рука, вот где рука соединяется, вот здесь, вот. Не возле шеи вот здесь ставить, и не вот здесь, а вот здесь. Вот где рука соединяется. Это здесь погоны у человека, это конец плеча, рамена называется. И левая, вот левая, где вот рука. Не вот сюда ставить рукой. Некоторые делают совершенно неправильно. Это не просто отвыкнуть, это уже привычка. Вот куда поставить, не сюда. Потому что были видения людям. Не доносит, сатана сидит на плече. Открылись глаза вдруг внезапно, и человек видит, сидит дьявол на плече, ноги свесил. И когда подсказали, тот испугался, сделал правильно, он опрокинулся, пало его нету. Крестное знамение, великая сила на демонов. Почему Иоанн Златоуст говорит, то небрежно делает, или сюда руку ставит, сюда. Или сюда. Такому маханию бесы радуются, аплодируют. Это здесь в храме бесы радуются. Да, это стадион. Духом пламенеете. Я пришел вот таким, а выйду я другим совсем. Меня Бог очистит. Мы переплавляемся. Дух внутри человека, он не должен спать. Встань спящий, воскресни из мертвых. Это значит смерть. Просто прийти, стоять, стоять и дремать. Чуть-чуть, скорее на скамейку спать ложатся. Не садиться никому на скамейку. Стыд и позор. 9-10 лет человеку никогда не садится. Нас не вспомнить будет нечем. Духом пламенеете. Я не сяду. Больной — это вопрос другой. Стал мне говорить, говори с великой верой. Я это делаю ради Господа. С дьяволом надо бороться. И не как-то бороться, а усиленно ежедневно постом и молитвой. Дьявола не надо бояться. Нигде не написано «бойтесь дьявола». Написано «побеждать его». Поражать его в голову надо. Это духом пламенеть. Дьявол берет сонных. А поэтому над сонным ангел распростирает крылья свои. Только встал, быстро соскакивай, ни одной секунды не лежи на кровати. Ноги долой, перекрестился. К двери подходишь, сразу перекрестись истово. Приучите к этому детей. Отрекаюсь сатаны. Первые слова о сатане. Сначала молитву сотворил, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Все, к дверям отрекаюсь. Если сатана у двери его сдует ветром. И всех ангелов его, всей гордыни его. Это духом значит пламенеть. Ничего не сможет сатана сделать. Грамоты тебе не дается. В школу пойдете сейчас. Опять же, стряхни с себя эту лень. Не огорчайте родителей, не огорчайте учителей. Во мне дух, который идет к Богу после смерти. Как я проведу эту жизнь? Апостол Павел говорит так, усердие не ослабевайте. А то я был молодой, и вспоминает молодость, какой был резвый, да, до смертного часа такой беги. Когда спрашивают чемпиона, как ты стал чемпионом? Он говорит, я думал продержать, а последний круг надо все силы приложить. Последний круг, а сколько бежать надо? 50 километров, 42 километра. И он бежит, пароходец. Если ты уже старый, усиль молитву, усиль бдение, усиль пост. Это конец уже, скоро финиш, и надо перебегать будет. Господу служите. Что бы ты ни делал, на кухне или со скотиной или возишься, для Господа Господь так повелел, и Он всякую тварь покорил мне. В этих словах заложено преображение мира. Сегодня так и стали бы это люди исполнять. И не надо никаких надсмотрщиков. Каждый будет перевыполнять свою норму. Норма-то рассчитана, когда из-под палки делают. А когда ты на своем огороде трудишься, тебе не надо смотреть на часы. Ты
надо скорее, скорее все это сделать, успеть, там видишь, какие тучи собрались. Ведь раньше, когда не было священного писания, как было трудно понимать, духом пламенейте. И вот они заглядывались, а как пламенеть? Конечно, люди разные. И видно, у одного дела ладится, а другой какой-то все время клёный, сонный, не доспал, днем приляжет где-то. Исключите из дневного рациона сон. Поверьте, больному не будет льготы. У больного крест как раз такой, чтобы он не спал. Даже больной, и ты усиль подвиг, скажи, может, в этой болезни меня Бог и призовет. Аллилуйя, я ему воспою. Пусть меня ангел застанет бдящим. Духом пламенейте, не сдавайтесь. Усильте свой подвиг. А теперь у нас есть послание. И желаю узнать, как пламенеть Господу служить. Мы по всей Библии сейчас постараемся пройтись, хотя бы у нескольких общин спросить, скажите, а вам Павел говорил, как пламенеть духом? Пришли мы в Коринфскую церковь, 1 Коринфянам 7:22. Он говорит, ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, а равный и призванный свободный, не раб Христов. Вот мы уже и поняли, что во Христе всегда свобода. Я ни на что не буду ссылаться. Я сам на себя налагаю узы. Беспечности, сонливости, обжорства, опивства. Это все мытарство. Сегодня можно отговориться. Но что скажем на мытарство? А мытарство никак не миновать. Мы же православные, мы в это верим. 20 мытарств. Мытиться, там крепко будут бить демоны. Истязовать будут, написано. До одной минуты припомнят, где мы зря потеряли. Что мы тогда скажем? Вот тогда-то человек будет не просто говорит, слезами плакать, а кровавыми. Почему за волосы нас не тащили в рай? Ведь эта жизнь такая коротенькая. Страшно сказать, какая она коротенькая. И как надо радоваться каждой минутке, которую Бог нам отпустил, чтобы преобразиться в образ Божий. Усилить бег за ним. Итак, бегите, чтобы получить. Не написано нигде, спите. Горе спящим, горе потерявшим терпение, везде горе смеющимся ныне. Горе. А плачущие возрадуются. Петр говорит в первом послании 1:22. Послушанием истине через Духа Святого. Очистив души ваши нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Ну, вот у нас от чистого сердца или нет? Вот мы собрались в таком отдаленном месте. У нас устав. Вы его не составляли. Как говорится, вы к готовому пирогу уже приехали. Нам первый год-то как это было непросто? Ничего не было. Ни статуса, ни электричества, ничего нету. Наконец, устав был составлен. Не забывайте, устав этой деревни в том, чтобы восстановить ее на православных, христианских, старинных, благочестивых обычаях. Принято носить пояс. Я сколько раз говорил, приезжали нынче, видели, да, журналисты с Москвы, фотокорреспонденты с Новосибирска, с московской газеты. Все давно в поясах. Почему? Да потому что они к нам приехали. А мы духом пламенеем. Вы видите, к вам приезжают родственники. Не бойся устроить скандал, знатокус говорит. Он не идет, ударь его. Так это же хулиганство. Ты не отвечай знатокусу ничего. А скажи, я выполню. И ходят нагло, без пояса по деревне, с отступниками, с богохульниками, сообщаются, ездят на рыбалку. Безобразие просто. Буквально я нынче сегодня пересмотрел, из одного дома все идет. Ну пойдите один за другим, вам дорог пустак в деревне. Оккупируйте этот дом и скажите, нельзя этого делать, это не по любви. Мы же приехали сюда не развращать. Если мы начнем все молиться об этом, Бог выметит вас отсюда, как гнилье. Уже сколько людей потеряли здесь житье свое. Не нарушайте устав, я умоляю вас Христом Богом. Так а что от пояса спасения? Тебе не надо рассуждать, ты уже подписался. Ты приехал сюда. Ты отвечаешь за всех, кто в твоем доме. Мы отвечаем за все. Война, 5,5 миллионов солдат. Миллионов! Все по форме, ни один не расстегнуты. Победа даровал Бог. Напряженно нужно спасаться. И у нас устав такой, что нужно быть не распоясанным. Дом распоясался весь. Распоясавшись, это хулиганы просто настоящие. Вы рядом живете. Не позволяйте этого делать. Написано, не опаздывай. Значит, не опаздывать. Опаздывай. Напишите объяснительную. Если у тебя есть хоть капли любви, уставу к людям, которые, к священнику, к старости, к смотрителям, спрашивай, смотритель ты, почему ты никаких не берешь этих объяснительных?
Почему одни и те же люди опаздывают? Ну, мы говорили, а теперь вот еще. У нас в Барнауле этого нет. Несколько замечаний. Человек видит, это не ему, не туда он попал. Он ушел, и все. Выменился, то Бог выскрип эту плесень. Ее нет, мы за нее не отвечаем, он сам избрал. Другое дело, человек с ночной, когда идет. Иное дело, живет за городом далеко. Первый год у меня транспорт. Мы это все учитываем. Но не так, что сегодня проспал, ладно, завтра, послезавтра. Это не годится. Об опоздании есть каноны. О пропуске службы есть каноны. В первом послании Петре 4:8 апостол Петр говорит: более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Грехов — это проступки, а не то, что человек умышленно это делает. Не приветствуйте того, кто не приносит всего учения. Не приветствуйте. Не участвуйте в никаких делах. Бог застанет в том же судить тебя по этому человеку будет. Пламенейте духом. Или вы ничего не видите? Ты просто начинай молиться, и Бог что-то сделает. Обязательно. Мы перед Богом согласились спасаться. Разболтано жили люди в Содоме и Гоморре. Что с ними случилось? Люди не хотели славить Бога. Бог истребил всю землю. Вот они, лага перед нами. Это 100% доказательство потопа. Это вода вымыла после потопа. Через год, когда размокла. Вот эти все лага. Это вода вымыла. Никакого другого объяснения даже не ищите, ничего нет. И Бог второй мир также покарает. В самом маленьком ребенку дали устав какой, чтобы он его выполнял. Составьте ему сейчас заранее расписание. Составьте. Встаешь ты во сколько? Составайте рано. Вечером ложись рано. А я поздно ложусь, поздно встаю. Нехорошо делаешь. Даже физиологи говорят, 1 час до 12 часов стоит 2 часов после 12, когда спишь. Так устроил Бог. Это биоритм атмосферный такой. Пораньше встань. И Давид все время воспевает: я встану рано, прославлю Господа. Не говорит: я посижу долго, а потом прославлю поздно буду. Нет этого. Ты предваряй рассвет и взывай. Предваряй. Рассвета еще нет. Это означает, раньше рассвета я уже на ногах. Конечно, речь идет не о сибирской зиме. По сибирской зиме, так это уже в 9 вставать. Не опоздаешь. Фессалоникийцам 4:11 первого послания Павел пишет: и усердно старайтесь о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Как приятно, что здесь у вас живут все от своего участка, сами работают, держат много скотины. Приятно. Это выполняется заповедь. Не сбросьте с себя это. Люди говорят: а я устроился, вот, ничего не делаю, я получаю. Это плохо. По-мирски это хорошо, а по-христиански это закроет дверь тебе в Царство Небесное. Там ни один лодырь, тунеядец не войдет. Никому таким людям не завидуйте. В поте лица будешь есть хлеб твой. Это еще в раю сказано было. В поте лица. Значит, платочек все время в кармане, чтобы был. Непрерывно утираться. Поэтому первые священники, они служили всегда с полотенцем. Вот у батюшки орарь кинутый здесь. Это полотенце. Это потом его уже тут украсили крестиками. Утирать пот. Больше ничего не значит он. Во втором послании Фессалоникийцам мы пришли в город Салуни, спрашиваем: а у вас Павел заповедовал подвязаться в духе? Он говорит 3:6-8: завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое принял от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас. Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Люди, которые нарушают устав, это бесчинники. Бесчинник в Царствие Божие не войдет. Не надо говорить, они баптисты, то другое. Они в твой дом приехали, ты за них отвечаешь. Кто бы ни приехал, я еще раз говорю, у нас приезжают люди, бывают совсем неверующие. Разрешение, я с батюшкой посоветуюсь, да, приехали. Люди-то хорошие. Вы знаете наш устав? Да, мы знаем, все. Вообще разговора нет. Еще приехал бывший священник. Приехал уже распоясанный. Я беру повязку, подпоясываю, простите, я вот приехал, то другое. Я не стал разговаривать. Взял тут же веревочку и подпоясал его. Почему? Я духом пламенею. Ты что ж делаешь-то так? Ну, простите я. Он сразу заизвинялся. А другие говорят: вот нахал какой. Знает, устав и нарушает. Я на это не посмотрел. Мало что он обо мне думает. Я его обнял и говорю: вот так я тебя люблю, как этот пояс вокруг тебя. Все, никаких разговоров нет.
то разговор какие-то ведут. В Деяниях 18.25 говорится об одном удивительном человеке именем Аполлос. Он был наставлен в начатках пути Господне и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанна. Завтра, если Господь позволит, мы будем в селе Шарщина в 2 часа. Вчера наши братья ездили, там расклеили объявление, договорились в Доме культуры. Первая встреча. Придут люди, не придут, но мы горим духом. Мы желаем, чтобы и вы горели духом. Потому что в этом все. Все, что работает, все это направлено к прославлению Христа. А прославление Христа в радости, когда спасается какая-нибудь душа. На небе ангелы ликуют. Но вы хотите, чтобы об нас ангелы ликовали? Об одной потерянной, найденной душе больше ликования, чем о 99 праведниках. Кто они такие праведники, не имеющие нужды в покаянии? Святые говорят, это ангелы, которые сохранили свое достоинство. Деяния 20.35. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых. И память — это слова Господа Иисуса. И Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Духом нужно гореть. Где услышали, что помощь нужна, сэкономьте что-то, помогите. Это не мне. Поверьте, у меня все есть. У меня есть дом, где жить. Бог так сделал. У меня дом в городе, как будто с неба Бог опустил. Думал ли я, что напротив суда, где меня судили, дадут дом? Даже мыслишки такой не было. Раз я не заботился, Бог мне дал. Видишь, я такой бестолковый, не заработать мне никогда. Мне просто Бог как будто с неба все опускает. Притом никому не ущерб это. Поверьте, доверьтесь, с вами Господь точно так же поступит. И вы сами видите, сколько Он чудес уже сделал. Колоссянам 3:22-23. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Вот это означает духом пламенеть, Господу служить. Человеку помогаешь, ты Господу служишь. Кому-то милость не подал, Господь говорит, в моей горсти найдешь в судный день. Кому-то простил ради Христа. Вот это и значит духом пламенеть. Я ради Господа это делаю.